Таджикская диаспора знакомит гостей со своими национальными играми и традициями. Представители местной власти, Ассамблеи народов Татарстана, Чистопольской епархии и Мухтасибата принимают в них участие без стеснения. Всех объединяет желание ближе узнать особенности таджикской культуры, особенно в дни празднования Наурузу, Восточного Нового года. Мы только что сидели за столом с батюшкой, и нам есть о чем говорить. Понимаете, нас хотели разлучить, но не получится разлучить нас. Нас не только праздники, мы и так объединены, но такие праздники нас больше объединяют. Каждый праздник укрепляет нашу дружбу, особенно когда мы многонациональный город, мы живем. Благодаря таким праздникам наша дружба, наши отношения укрепляются. Праздничная программа проходит на площадке культурного центра «Чистай» с участием творческих коллективов муниципального района. Каждый желающий может оценить особенности таджикских мелодий и впервые увидеть старинные народные инструменты. Тавляк – таджикский ударный музыкальный инструмент. Без него не обходится ни один праздник. Хайреддин Азизов играет на нем мастерски. Звуки этого инструмента не только поднимают настроение, но и вдохновляют на танец, говорит он. Для открывает душа вот танцор, для танца вот это делает. А дома, когда отдыхаете, берете в руки инструмент? Иногда, когда время есть. Во время праздника всем желающим можно попробовать себя в роли ученика и освоить азы игры на национальных инструментах. И какой же таджикский праздник без своего фирменного блюда? На свежем воздухе профессионалы вот уже 5 часов готовят плов, строго соблюдая все необходимые пропорции. В чугунном котле тушится 30 килограммов риса, чуть больше моркови, 20 килограммов мяса. Блюдо рассчитано на 500 человек. Все гости праздника будут угощаться пловом сразу после концертной программы. Thank you.